Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. Вы видите сейчас перед своими глазами, наконец-то, Скайгзи из Щенячьего патруля, ребята. Прямо сейчас на ваших глазах будет живая игрушка Skyxzy, как вы и просили. Ну а перед началом я попрошу вас поставить лайк. Больше лайков, чаще видео. И давайте наберем на этом видео 2000 лайков, ребята. Я думаю, что Skyxzy этого достойна. И менеджер сайта Darknet опять же принес мне ее в нашем гробу, в красном гроб-боксе Skyxzy, ребята. Давайте же не будем оттягивать в долгий ящик. Рассмотрим получше эту злую собаку. Короче говоря, те, кто новенькие подписчики, не знают, что здесь вообще происходит. Мы практически разрезали всю команду Sky. Практически всю. То есть у нас был и Райдер, и Маршал, и Гонщик, и Зума, и Рокки. Осталась только она и остался Крепыш Xzy, ребята. Поэтому я думаю, что в следующем видео у нас как раз будет живая игрушка Крепыш Xzy, ребята. Посмотрим, что внутри напихали для того, чтобы игрушка ожила. Но нам не хватает одного для того, чтобы ожила живая игрушка. Нам необходимо зажечь свечи. Чем больше свеч, тем больше защита, потому что неизвестно, что туда положили. Обычно куклу Вуду, голову или тело набивают какими-то специальными мистическими предметами. Какие-то страшные криптовые вещи мы находили в прошлых видео. Если вы не видели, ребята, то просто наберите в поисковике «Королева мистики», вы увидите все мои последние ролики и сможете увидеть всю команду, которую мы разрезали, ребята. И в этой, в голове, в теле много всяких вот этих вот разных вещей. И для того, чтобы... чтобы перестал действовать этот обряд куклы Вуду, нам необходимо будет в конце достать все то, что туда положили. Просто достать и все. Так, сейчас последнюю свечку я зажгу. Сейчас мы попробуем оживить Sky и узнаем, какая она на самом деле только в потустороннем мире, страшном мире, где эти щенки не такие уж и добрые, миленькие, как вы их знаете, какими вы их видите. Они абсолютно другие. У нас есть зеркало, которое открывает портал в потусторонний мир, в злой и в добрый. Именно сейчас мы призовем злой дух Xzy, чтобы он вселился в этого страшного щенка. Skyxzy, погнали! Зеркальный портал, зеркальный, отворись. Skyxzy, вселись. Портал зеркальный, отворись. Skyxzy, вселись. Портал зеркальный, отворись. Skyxzy, вселись. Мамочки, я там увидел что-то черное. Не зашла. Не знаю. Скай. Скай, ты здесь? Skyxzy, ты жива? Че? Что происходит? Держи ее, держи, держи, держи! Держу! Нет! Что же она пропала? Скай? Где ты? Держи ее! Черт! Убежала! Она спряталась за холодильник. Я ее не... Скай! Ее нет. Skyxzy, мы тебя не обидим, Скай! Скай, где ты? Скай! Скай, ты здесь? Скай! Куда же ты делась? Блин, ребят, вы не видите Скай? Я не могу ее найти. Skyxzy! Блин,
мне такое ощущение, что она летает где-то здесь. Блин, я ощущаю ее-то где-то здесь. Но не могу никак увидеть. Скай. Скай, пожалуйста, я не сделаю тебе ничего плохого, Скай. Пожалуйста, оставайся на месте, Скай. О, Господи, она растет, ребята, она реально растет, она огромная, ребята, Скай. Это просто, я не знаю, она гигантская. Нет! Отпусти меня! Черт, она кусает меня! Дим, сделай что-нибудь! Она кусает меня за шею! Она укусила меня! Держи ее крепче, а то она и тебя укусит! Господи, черт! Так. Она укусила меня за шею! Черт! Сейчас! Черт! Я пойду, привяжу Скай, с тобой все нормально! Да, да, иди! Черт, Сина! Ирина, с тобой все в порядке? Дим, походу, Скай сильнее, чем другие щенячьи. Эти щенки Экзи. Что, что он с тобой сделал? Она оставила у тебя кровь. На мне метку. Это не кровь, это их метка. Смотри, я приложила вату, но походу она разрастается по моей шее, как... какая-то зараза. Нет, нет, она тебе... Что там? Она тебе оставила... Черт, что там? Какой-то шрам. Он похож на скелета, да? Да, да, с зубами. На череп. Я не знаю, что это может означать. Ребята, но пора заканчивать. Давайте отрежем Скай глаза. Раз. Два. Чтобы усмирить ее. И вытащим все мистические предметы, которые делают ее живой и настоящей. Сейчас, Скай, настал твой час. Мы разрезаем и достанем все то, что в тебя напичкали эти колдуны, эти маги, которые там сидят. Ребята, мне жуть как интересно, что может находиться в Скайпе, потому что это первая и единственная девочка, которую я так разрезаю и открываю. Так, что же там? Много, много всякого пуха, которым набивают живые игрушки. Но неужели внутри нее ничего нет? Так, что-то есть. Что-то есть. Фу, какая гадость! Это мерзость, ребята, фу! Это похоже на какие-то кишки. Господи, я не могу это трогать. Господи, я не знаю. Черт, посмотри, это как будто какие-то сопли. Сопли. Я не знаю, посмотри. Это прям вот реально какие-то, какая-то жижа, склизь. Посмотри, я не знаю, что это. Это череп. Господи, какой ужас, ребята. Он реально противный. Что еще там? Я не понимаю. Ну-ка, вылазите, вылазите. О, черт, это похоже на конфету, ребята. Черт, это конфета. Слушайте, Скай, как и все девочки, наверное, обожает конфеты. Но почему она мятная, я не знаю. Может быть, она питается тухлым мясом. А, черт, как жжет. Может быть, она реально питается тухлым мясом. И чтобы от нее не воняло этой тухлятиной, она ест мятные конфетки. Но что это, ребята? Это похоже на золотую цепь. Она, как и все девочки, наверное, любит золото. Господи, я достаю это как будто из ее прям реально живой головы. Посмотрите, какая слизь. Это реально золотая цепочка, ребята. Видимо, ее носила Скай. А вы знали, что Скай это вообще... воздушный спасатель, то, что она постоянно летает. И я так думаю, что внутри что-то должно быть связанное с полетом, чтобы оживить настоящую Скай Экзи, ребята. Так, давайте посмотрим еще, что... Это просто невозможно доставать. Это реально выглядит и на ощупь, ребята, это реально как какие-то сопли. Просто у нее в голове реально какие-то сопли. Что-то еще твердое. Еще одна конфета, тоже мятная, ребята. Господи. Еще одна цепь. Вот черт. Слушайте, такое ощущение, что вместо мозгов у нее цепь. Наверное, Скай Экзи.
Обожает, я не знаю, это сопли, меня сейчас вырвет, ребята, просто реально вырвет. Походу, Скай, как и любая девочка, просто обожает золото и конфеты, и это никак не может быть связано с тем, что она, нормальная Скай, летает, ребята. Что-то еще. Что это такое? Вот черт, это лак с блестками. Скай, и реально, и опять он золотой. Скай, короче, пожирает, наверное, всякие такие побрякушки, такие вещички, которые, ну, как бы, нравятся любой девочке, ребят. Ну, а кому может не нравиться? А, золото и золотой лак, например, я не знаю. Черт. Не знаю, пока ничего нет, пока очень много ваты. Подожди, я что-то нащупала. Смотри, какая-то блестяшка. По-моему, мы находили такую в одной из живых игрушек. Это похоже на фитиль. На фитиль. Помнишь, в прошлый раз что было? Когда мы зажгли фитиль, кукла на время того, пока горел фитиль, ожила. Сейчас держи ее рукой. Возможно, это то же самое. Сейчас посмотрим, права ли была я в своей теории или нет. Зажигайся. Черт. Черт. Она не хочет гореть. Ой, черт. Черт! Смотри! Смотри, она... Скажи-ва! Скажи-ва! Держи ее, ребят! Держу, значит, держу, держу! Пока горит огонь, она может тебя укусить! Нет! Что с ней происходит? Что происходит? Брось, брось, Скай! Все! Все, все, все! Все. Что за черт? Она оживает, когда горит. Это специально такая... Это специальный огонь, который дает жизнь. Это жизнь, понимаешь? Зачем ты ее подожгла? Блин, ради прикола. Ребят, ради ваших лайков. Я надеюсь, что вы поставите лайки. Потому что реально еще раз увидеть бешеную Скай, это достаточно опасно. Так, ты все достала? Нет, там еще что-то. Что-то еще, посмотри. Опять блестки. Скай, Скай, любительница блесток. Это похоже... Почему? Похоже на слайм. Это крутой, блестящий слайм. Он был прямо внутри ее головы. А я чувствовала, что что-то похоже такое. Смотрите, реально. А это тогда что такое? Не знаю. Я не знаю. Это то, что напихали туда для того, чтобы она ожила. Так, ладно. Это просто слайм, ребята. Его тут достаточно много. Практически я уже все достала. Я думаю, что это все, ребята. Фух. Все, ребята, прямо сейчас мы разрезали живую игрушку Скай. Я надеюсь, что вам понравилось. Она оставила на мне болющий след, отпечаток. И я надеюсь, что он скоро исчезнет. Так же, как и эта живая игрушка Скай. Давайте соберем 2000 лайков. С вами была я, королева мистики. До новых встреч в новых видео. Пока!